Ежедневные турецкие прокладки, органик, написано, хлопок, 32 штучки, капелек тут 2. Очень красивая упаковка, вот так вот здесь вот как сундучок открывается, цена 83. Увидела Vivi прокладки новые ежедневные, защиты и комфорт, 20 штук упаковки, одна капелька, здесь капельки в виде бабочек указано. Цена 79. Из водителя «Я самая» продаются ватные палочки. Они здесь по красному ценнику. Цена 55 рублей за упаковку 200 штук. Мне кажется, выгодно. Еще и такая удобная упаковочка, если вы никуда их не перекладываете. Smart Эконом. Такая вот, с такой надписью. Упаковок очень много в магазине «Семи шагов» я видела. Полотенце влажное, хозяйственное, универсальное. Это для всех типов поверхности. Уборку делать где угодно. 60 штук, цена 99 рублей. В офисе, в автомобиле, дома можно что-то протереть. На кухне, в санузле, даже протереть мебель. То есть это такие полотенчики влажные для всего. Новинка от несколько косметики. Это крем для ног с мочевиной. Сразу вижу двойной ценник. 99 по карте 85. Вообще цена хорошая, потому что в среднем магазинам, ну, такая цена плюс-минус до 100 рублей. 50 миллилитров, увлажняет, питает, смягчает, если кожа огрубевшая. Буду тращать на топтыши. Хочу попробовать купить. Такой я не видела в продаже. Есть еще вот лечебный гель-бальзам новый, который мы с вами не смотрели. Ревмалгон. Это разогревающий. Синий тоже разогревающий. 99 рублей. Питание и восстановление. Здесь то же самое написано. Для суставов. 750 миллилитров. Прям большой объем. 100 рублей по карте. Ровно 100 рублей. А так 124, если нет карты. Это гель для душа. Сочная манго. Есть еще нежный кокос. И уже там будет цвет другой. Синий будет. Парабенов не содержит. Это Ступинский химический завод. Россия, Московская область. Кстати, не такой жидкий. Прям очень жидкий, этот хороший. Мыльце появилось в кусочках. Пишите, кто любит мыло в кусочках. Я почему-то не использую, мне кажется, кожа более такая сухая становится. Пишите, если вы покупаете. 79 рублей, а кусочек здесь 200-граммовый. Мягкое очищение, и здесь натуральная органическая основа. Есть еще лемонграсс. Сейчас я посмотрю, кто это производит. Очень мелко. Казань, мыло такое по аромату как банная, 79. Средство для стирки черного белья в черной упаковке, 99 по карте 85 с утенком. Хлора не содержит, фосфатов тоже, цвет сохраняет, полностью выполаскивается. Это Ступинский химический завод, Россия, Московская область. Очень многие хвалят продукцию Ступинского химического завода. Ой, какая милая этажерочка за 299 рублей. Называется трехъярусная. Вот так ее ставишь, и здесь какие-то аксессуары. Что тут предлагают на нее ставить? Цветочки, свечи, какие-то палочки. Вот это само металл. Что тут в составе? МДФ и сталь. Вот такая чудесная этажерочка, мини-полочка. Звездочки морские. 149 рублей. Фигурки. Просто обычная фигурка из керамики. Рыбка вот такая-то. Это панно интерьерное. Рыба называется. Издательство «Презент» изготавливает. Три варианта. Цена 99. Набор пакетиков подарочных. Упаковки 3 штуки. Пакетики здесь небольшие. 11,5 на 6,5 на 14,5. Цена 79. Можно, как обычно, выбирать. Тут они и полосатые есть, и с цветами. Красивые. Все очень красивые. 79. Небольшие. В текстильном отделе продается набор для кухни. Это коврик и тряпочка. Тряпочки. Одна тут или сколько тут этих тряпочек? 50 на 38 это коврик для посуды и тряпочки для уборки. 1 32 на 32, 2 16 на 16 и 47 на 30. Этих тут 3 штуки. Вот одна, вот вторая, вот третья. И сам коврик. Внутри поролончик. Здесь вот такой приятный молочный цвет. Есть темно-синий и серый. 249 рублей. 50 на 70 полотенце двунитка гуси. Вот такое. Стоит оно 149 рублей. Вы знаете, можно наволочку сшить.
такое красивое полотенечко, посмотрите. Можно куда-то использовать, либо в рамочку вставить, вырезать. 149 пока есть. Эти пушистые чехлы на подушке, наволочки такие для декоративных подушек, стоят 174,50, размер 40×40, это Иваново, да? Да, Иваново, пушистый, смотрите. Очень, кстати, мех такой хороший, плотный, однотонный, нет никаких рисунков и такие цвета, что подойдут подо многие интерьеры. Маленькая коробочка, это зверюшка в переноске. Нажми на игрушку, она устремится вперед. 249 по карте 212. Есть инструкция, как батарейки менять. Батарейки уже идут в комплекте, они такие кругленькие, маленькие, в количестве 3 штуки. Вот такие тут животные: черепашка, обезьяна, совушка. Вот, нужно нажать, и сова, например, побежит. И они тут действительно разные. Вот они. Прям игрушка из детства. Водный лабиринт. Цена 99 рублей. Хоть бери и покупай. Это так интересно, правда. Ну, было во всяком случае. Смотрите, колечки нужно. Нажимаешь, и колечки нужно забрасывать. Только в моем детстве в виде игрушек не было. Здесь они, смотрите, какие разные. Будете покупать детям, пишите. Машинка, грибочек, паровозик, ой, их тут прям рыбка, каких только нет, кораблик. Соль, смотрите, какая появилась, мелкая, 35 рублей стоит, мелкая, в баночке, не было. Еще есть вот такая вкусная соль, я покупала, у меня есть 12 овощей и 7 блюд, 69 рублей, 400-граммовая упаковочка тут. Увидела новый чай, это черный чай с ароматом черной смородины. У меня уже своя черная смородина поспела. И с листочками можно заваривать. Вот эта упаковка 20 пакетиков стоит 31,10. Новенькая. Я сегодня пила чай из магазина Fix Price на завтрак. Вот такой у меня. Я покупала 3 упаковки. Ну, он такой, знаете, мелкий такой. Ну, пить можно. Цена 59 рублей 100 граммов. Я просто давненько покупала 3 упаковки. Вот у меня уже последняя заканчивается. Здесь есть не только с бергамотом. Есть еще лесные ягоды, чабрец, мята. Все они 100-граммовые по 59. Либо вот такая уже большая упаковка. Просто черный чай. Здесь он уже крупнолистовой. Потому что вот этот мелкий чай, он не крупный. Кружки с животными. 300 миллилитров. Владимирская область, город Будь Хрустальный. Рисунки разные. Прозрачная кружка. Зебры вот еще есть. Маленькая соусница, как тарелочка. Можно, знаете, котику купить. Паштет есть. Из такой маленькой. 43,50. Новая коллекция. Это фарфор написано. Из фарфора. Вот эти джимницы. Тут их не так уж и мало. 7,5 сантиметров, цена 55. И какой чудесный салатничек, как вы знаете, раньше были такие стеклянные, это иранский. Иранская посуда замечательная. 9,5 сантиметров, объем 150 миллилитров, цена 49,50. Можно, знаете, для желе делать. Либо вот какое-то такое вот заливное, порционное, это же нормальная порция будет. Либо так, либо потом перевернуть, вот как формочка, да. Чудесно. Красивая минажница, 26 сантиметров, с разделителями, да? Она как раз-таки подойдет. Вот орешки какие-то, закусочки. 26 сантиметров, фарфор. 249 рублей цена. Она беленькая, но не белоснежная. Баночки красивые, 750 миллилитров. 249 рублей. Смотрите, какая прелесть. Так, крышка тут с силиконовой вставкой. Я сейчас посмотрю, из чего это сделано. Аккуратно нужно посмотреть. Это керамика. В посудомоечной нельзя, в микроволновке нельзя. Смотрите, еще и зелененькая там. Для чая, для сахара. Разные тут надписи. 249. Салатник с крышкой. Такой легкий, 800 миллилитров. 87 рублей. Полипропилен, пшеничное волокно. Температура здесь плюс 100, минус 20. Посудомоечную использовать нельзя. С собой что-то брать. 87, цвета разные. Крышка сливная, кстати, к сезону может пригодиться. Здесь она стоит 18 рублей 30 копеек. Российское производство, пластиковое.
Деревянная разделочная доска российского производства. Посмотрите, как она стильно смотрится. Кто любит такие доски, она стоит 199 рублей. Если у вас есть карта, будет подешевле 188. Так, это Россия-Башкортостан написано, Уфимский район. 39,5 на 14. У нее размер очень хороший, прелесть. Стековая шумовка по хорошей цене 39,50. Цвета разные. Вот еще серенькая есть. Цена хорошая. Вещь полезная. Емкость для напитков. Кажется, что она стеклянная. Она такая не тяжелая, пластиковая. Стоит она 149 рублей. Удобная ручка, рисунок. И причем она двойная. Здесь вот имеется трубочка. Вот. Посмотрите, как удобно попил. И они такие яркие. Есть оранжевая, есть голубая. Она пластиковая, двойная. И есть еще вот такая бутылочка для воды симпатичная. Она, думаю, понравится детям, да и взрослым. Вот это вообще без рисунков, оранжевая. Есть с рисунком, есть без рисунка. Это 400 мл объем. Тоже с трубочкой, видите? Все защелкивается. Вот такие есть яркие. Голубенькая без рисунка. С рисунком и без рисунка. Цена 99. Бутылка металлическая какая-то она. Нержавеющая сталь, силикон, полипропилен. 249 рублей. Называется бутылка для напитков. Объем 780 миллилитров. Салатник с крышкой такой легкий, 800 миллилитров. 87 рублей. Полипропилен, пшеничное волокно. Температура здесь плюс 100, минус 20. Посудомоечную использовать нельзя. С собой что-то брать. 87, цвета разные. Вот эти органайзеры, обратите внимание, для чего угодно подойдут. Хотя они в кухонном отделе. Можно какую-то организацию сделать. 20 на 20,5 стоит 124. Ой, не достать. Вот они. Сейчас достану. Мне их не разделить очень плотно. Вот смотрите, тут три отделения. Вот этот органайзер один, просто он одно отделение. 87, по карте 79. 20 на 15,5. Бортик везде 5 сантиметров. Вот этот 49,50, по карте 45, 10 на 8,5. Тут, оказывается, еще четвертый есть. Вот там вот прямоугольный. Вот такой. На две части можно разделить. Представляете, сколько можно всего тут по мелочи положить. Такой стоит 79, по карте 72. Четыре варианта. Вот для заморозки здесь еще есть. Для хранения написаны заморозки. Литр 100, две штуки. Цена 83 рубля. Фанкук, Россия. Здесь вот корзиночки, полочка одна. Полочка последняя. Кому? 299 рублей такая. И вот корзиночки 299 с широкой ручкой. И вот с такой ручкой 249 рублей. 29,5 на 22. Высота 12,5. Это вот эта левая. Салфеточка. Смотрите, какая суперэффект. Абразивная. Это несколько салфетки абразивные в рулоне. А, отрезайте, сколько вам нужно. Один рулон отрезайте, сколько нужно. Абразив и поролончик. Вот придумали. Цена 99. Как наждачная такая. Прищепки 69 рублей. Такие красивые все резные, производства. Это Китай в упаковке. 12 штук. Вот такие все с отверстиями. А вот эти прищепки за 59 рублей российского производства. Мне бы нужно купить. Мы когда после бассейна вещи сушим, они могут улететь с нашими ветрами. Вот эти российские. 10 штук, цена 59. По-моему, они желтые и красные, только такого цвета. Да, были, по-моему, другого. А вот синие и зеленые есть еще. Желтые и красные, либо синие и зеленые. Я возьму. В коробке продается фонарь. Это фонарь светодиодный аккумуляторный. И он в комплекте с кабелем USB. Стоит 349 рублей. Смотрите, как он интересно крепится к человеку прям. Белый свет, красный свет. Вот, видите, какое крепление. Светоотражающие элементы имеются. И кабель USB 25 сантиметров. Максимальное время работы после зарядки до 3 часов. Вот кто не видел, есть такие ремни, они растягиваются. Вот видите, тут все это заряжается. Белый и красный. В отделе товары для животных наполнитель продается. И стоит он 3 килограмма 99 рублей. По-моему, это какой-то новый. Эко-кэт написано. Вот.
для кошачьего туалета. Свеженькое все. Март 2024. А здесь вот еще продается сачок. Я, наверное, еще сачок куплю для бассейна. Есть голубой, розовый, желтенький, зеленый. Ручка, по-моему, тут телескопическая. Сачки хорошо покупают. Он недорогой, стоит 99 рублей. Что-нибудь вылавливать. И еще мне понравились, так как я в загородном доме все лето, вот такие опоры мне понравились. Они стоят 59 рублей. Пластиковые. Мне они показались интересными. Здесь вот такой удобный вот наконечник такой вот в землю. А длина у нее 90 сантиметров. Вот кому нужно, 59. И еще мне понравились, я возьму сегодня вот такие бамбуковые. Они три штуки стоят 79 рублей, 1,20 м. Я бы взяла. Тоже, знаете, удобно. 1,20 м, три штуки. Хочу купить. 79. И еще вот такая штучка за 149 рублей. Держатель. Я сначала не поняла, как пользоваться. Здесь нужно разогнуть. Вот такая опора. В общем, она тут вся раскладывается. Вот эти все ярусы регулируются. Их можно поднять, опустить. В общем, это если какой-то куст, например, да, объемный. В общем, тут нужно все это, ну, пошире сделать. Тогда она будет устойчивая. 149 рублей такая опора. Женские шлепанцы 349 рублей. Размеры разные. Завышенная пяточка такая удобная. Должна быть обувь 41 размер. Российское производство. Это компания Альянс Москва. Смотрите, какие есть вот такие с пяточкой. Маленькие есть. Вот эти прям видно, наверное, 36-38. Нужно мерить. Кажется, после 41 уже, что они небольшие. Еще есть вот такие. Тоже чуть-чуть пяточка завышена. Российское производство. Кто такие покупал? Удобно? Нет. Смотрите, какие цветные. Вот эти 37-й. Мне кажется, достойные, хорошие. Такая приятная здесь подошва. Здесь вот такая скользкая, знаете, нога может выскальзывать. А здесь она уже такая, как вот, не знаю, под замшу, что ли, такая вот. Мне понравились. 349. Ну, а на сегодня это все. Всего доброго, всего хорошего и до свидания.